Viewer discretion is advised. Всем привет, дамы и господа, с вами Юрий Хованский, Ник Черников, и это «Приключения твоей мамки». Как ни странно, с Юрием Хованским и Ником Черниковым. Ну а кто еще знает больше про твою мамку, чем мы с Юрой? Я увидел это видео у Ивангая, и поскольку Ивангай говорит, что брать один в один чужое видео, переснимать его и копировать вплоть до превьюшки — это не плагиат, то мы тоже не плагиаторы, получается, поэтому... Не, я Ваньку люблю, я Ваньку смотрю. Класс. Ну, поехали. Нам нужно сделать твою мамку... Максимально большой. Максимально большой, просто. Ну, она и так огромная, но, типа, она должна... Ай-яй-яй-яй! Меня ЦРУ съела! Твою мамку съела ЦРУ! Давай. Твоя мамка очень мало ест. Я начинаю за нее переживать. Давай, давай. Ты начинаешь ее хотеть, мне кажется. Тамблер, да. Тамблер. Нет, знаешь, вот мой вкус к женщинам обратно пропорционален моего вкуса к мамашам. Женщины должны быть чем как бы тоньше, тем лучше, а мамки должны быть чем толще, тем лучше. Почему? Толстая мамка сварит больше борща? Да, и не только борща. И вкуснее борщ будет, да? Смотри, вот тут конечно, на 10-м месте шар с именем Украин. Вот... А, нас съели! Не нас съели, а тебя съели. Нифига давай не умеешь играть. Давай. Что ты вообще в мамках-то понимаешь? О чем ты? Сейчас я... Когда моя мамка приходила, я каждый раз спрашивал, что купила, что купила? Чокопай. Нет. Мама, тичкопай? Тебя покупали чокопай? А? Курсач. Нет, нет, нет! Курсач. Курсач гонится за твоей мамкой. Смотри, что-то все разбежались от твоей мамки. Ты хотел сказать моей мамке, да-да-да-да-да-да-да, ты хотел, нет, ты сказал мук, а потом ты говорил, да-да-да-да-да. Нет, твоя мамка, чувак. А, нифига, ЕГЭ! В натуре, вот это проблема у людей. ЕГЭ. Приятно. Оп! О, молодец. Видал? Видал? Красавчик, твоя мамка стала очень большой. У меня стало две мамки! Смотри, смотри, там вот что было написано на том чуваке? Два игра в одном. Может, там подсказка какая-то? Какая подсказка? Подсказка, как нам победить. Что ты несешь? Подсказка, посмотри, там наверняка что-то вот... А сосет ты, наверное, как быстро... Доверец. А вот что плохого в том, чтобы сосать... Твоя мамка быстро сосала? Нет, сосать не шустро. Я и говорю, что... Почему ты говоришь, типа, что шустро сосать, это круто? Вот, знаешь, очень многие умеют сосать шустро, но вот твоя мамка делает это с душой, а не... Кто шустро сосет, тот слишком торопится, на мой взгляд. Нихуя! Как думаешь, что это? Твоя мамка! Нет. Или ее зад! Это шерсть, мужик. Это та самая шерсть. Это шерсть твоей мамки. Шерсть мамки больше, чем мамка. Отлично. О! Давай, Юрец, давай. Одна из мамок живет больше других, знаешь какая? Твоя! Вот так приключение у твоей мамки сегодня. Да. ЕГЭ? Курсач. Так, 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 спокуха. Мамину... Маме нужно, надо сожрать мамину помаду. Если ну да, но сначала нужно... Да нет, уйди от Дане. Нет, Дане это не про твою маму. Про нее да-да. Параши всякие, шарики. Золотой Фредди. О. Что вообще он имел в виду, золотой Фредди? То ли дело мы, да? Да, твоя мамка. Скучная жизнь у твоей мамки, только жрать, жрать и... Наса съела. Жрать, жрать и отдаваться. Не такая жирная. Ай, говно съела твою мамку. Вот ты ожидал, дорогой зритель, кликая на это видео, что говно съест? В итоге... В итоге ты чем? Цыплят по осени считают, правильно? Да. И говно съела твою мамку. Ты думал, что ты крутой, но говно съела твою мамку. В общем, нет, я думаю, что сегодня хватит. Я просто не могу. Мне кажется, что я боюсь надорвать твою мамочную мышцу. Все, конец! На сегодня все. С вами были Юрий Хованский, Ник Черников. Были приключения. И твоя мамка. И твоя мамка, конечно же. Это были... Если ты не заметил.
Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось, подписаться на канал Никиты. Сейчас будет висеть аннотация на мой канал и, конечно же, на канал твою мамки. Твоим. Да-да-да. Я даже не смог ее. Все, видишь, как и твоя мамка не смогла. Все, хватит! Твоя мамочная мышца в опасности.